без оружия против иностранных военных. В самопровозглашенной ДНР прошли учения. Добровольцам показали, как противостоять вооруженным миссиям без автоматов и гранат. В Шахтерске провели маневры народной дружины. На акцию собрались около 2000 человек. Условный противник заходит в город. Наша задача заблокировать их и оттеснить как можно дальше. Мы безоружные. Здесь присутствуют студенты, шахтеры, мирные граждане. Наша задача их оттеснить мирно и разойтись. Мы выступаем против вооруженных миссий на территории Донбасса. Мы против того, чтобы украинцы навязывали нам свое мнение. На городской улице сымитировали мирный сход граждан, на разгон которого и прибудут так называемые вооруженные миссионеры от Киева. Нет вооруженной миссии! Нет вооруженной миссии! Знают взрослые и дети, должен мир быть на планете! Знают взрослые и дети, должен мир быть на планете! Организаторы показали несколько сценариев развития событий, возможное столкновение населения с силовиками и пути их разрешения. Шаги по разблокировке транспорта, ограждение местных жителей от так называемых миротворцев и освобождение парламентеров. И, что немаловажно, разоружение представителей проукраинской миссии. Учили собравшихся и фиксировать все происходящее на фото и видео. Участники тренировки открыто выразили свою позицию о недопущении вооруженной иностранной миссии на территории самопровозглашенной ДНР. Я не умею воевать, но мы готовы объединить усилия для того, чтобы защитить свой дом от вооруженных захватчиков. Мы способны защитить себя и без оружия. И сегодня мы здесь это продемонстрировали. Наши люди дадут отпор. Наши дома разрушали и продолжают разрушать. Нас убивают. И мы это видели все своими глазами. И теперь мы просто обязаны защитить свою землю, своих детей.